Всем привет! Пришел мне вот такой наборчик. Наборчик отвертка с битами фирмы Джекеми. Здесь у меня 36 бит и одна отверточка. Биты у нас размер 4х28, небольшие биты. Вот так она выглядит. Удобно то, что все биты в одном положении. Удобно доставать. Так это все выглядит. Отверточка небольшая. Все магнитится. Так это выглядит. Уже попробовал, поработал. Достаточно много с этими битами. Так, не совсем много, но работал. Какими-то битами, конечно, почаще, какими-то поменьше. Размеры можете на сайте там посмотреть или... Вот здесь и торексы, и всякие, всего-всего достаточно, 36 бит. Ссылочку оставлю именно на это. Здесь код проверки. Проверка прошла на сайте. Так что это как бы оригинальные биты, оригинальный наборчик. Каждая бита подписана. JM, S2, сталь. И размерчик 2,6, размерчики. На каждой бите, получается, указаны размеры. Тип. Ну вот эта четверочка. То есть вещь удобная. Удобно то, что немного занимает место. И самое главное преимущество этого набора, то что он недорогой. Есть наборы от этой фирмы побольше, там много всякого барахла. И они очень достаточно дорогие. Там по 15, по 20 долларов, по 30. Твердой стали написано 58-60. Сталь легированная S2+. Или просто S2, не помню. Ну, на каждой бите написано, что за сталь. Так что, если будут вопросы, вот я до этого купил вот такую вот отверточку Вовстик. Там было в комплекте всего лишь 12 бит. 6 крестовых, 6 плоских. В принципе, тоже неплохо. Ну, надо было всякие разнообразные для всяких мелких устройств. Эти биты тоже здесь магнитятся, все как положено. Вот. Взял недорогой наборчик. Ну, эту твердку тоже, наверное, буду использовать. Можно и так вот хранить. Можно здесь дырочку сделать, удобно будет хранить. Так что, если будут вопросы, моделька это получается 8117. В районе там 5-6, может быть, 7 долларов, не помню точно сколько стоит. Ссылочку оставлю. Заходите, покупайте. Биты хорошего качества, даже лучше, чем вот были, которые шли с отверткой. Отвертка тоже есть обзорчик, кому будет интересно, посмотрите. Классная вещь. Цена около 20 долларов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте. Пока-пока.